Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел сегодня большую встречу с нижегородскими предпринимателями. Главная тема, конечно же, поддержка бизнеса в условиях санкций. Как сообщил губернатор, последний месяц правительство большую часть своей работы посвящало именно разработке мер и путей поддержки бизнеса, и сейчас эти предложения обсуждаются с предпринимателями. Сейчас время действительно непростое, но был и 2014 год, были и предыдущие года, когда нам тоже так же приходилось непросто, но это время возможностей. Конечно, будет непросто, но будем включать голову, будем включать наши возможности, и я уверен, в завтрашнем дне. Мы несколько раз были на грани какого-то там самоубийства. Казалось, что все, мы больше не можем жить, но все заканчивалось. Мы как Феникс из пепла вставали. Все хорошо будет. У нас оптимизм сейчас на самом деле. И вот все эти истории с импортозамещением, с русскими продуктами, мы абсолютно готовы к этому вызову. И не будет никаких проблем. Что-то пропадет, ничего страшного. Никитин продвинутый губернатор, да, и он помог оперативно в ковидные времена. И я надеюсь, продолжит такую же помощь, как и раньше. И надо просто ускорять даже процесс. Вот смотрите, за свою жизнь уже 6-й кризис у меня. И у меня впечатление, что мы вернулись в 98-й год кризис и плюс ковид. И нам надо оперативно реагировать на вот это решение. И надеемся на правительство. Потом, ну, Никитин, он хороший лоббист. Он денег внесет опять побольше, чем в другие области. Вот надеемся на это. Мы столкнулись с целым набором острых проблем. Это разрыв хозяйственных цепочек, нарушение логистики, нехватка комплектующих материалов, дефицит оборотных средств на фоне высоких кредитных ставок, валютных ограничений. Федеральное правительство оперативно начало принимать меры с первых дней ввода санкций в отношении нашей страны. Вышла серия указов президента, определяющих направление поддержки экономики. 15 марта опубликован план превентивных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. В него включено более 100 инициатив на сумму около 1 триллиона рублей. И вы, наверное, следите за обсуждением. Нижегородская область очень активно участвовала в работе над этим планом, вообще над федеральными мерами поддержки.